говорят, чтобы я не ругался матом. Мне говорят, чтобы я продавался. Надо быть форматным, по минимуму запятнанным в плане морали. Народ далёвый, этот зрак видали. Это непробиваемый типаж на лютом стайле. Кладут эти люди болт на все клали. И конечно же класть будут в голове, будто намыли файла. В том файле то, чего вы не видали. На первом канале тупят, и поэтому не крутят то, что вкатит. Андрей не грубит, он не славливается в формате. Просто-напросто уверен на все сто. Это не тупость, это просто его естество. Тупят, и поэтому не крутят то, что вкатит. Походу их не победит никто. Иллюминаты, НАТО. И всем надо, и всем не хватит. Андрюха выхватит, возможно, запи***ш, но он в порядке. Люди говорят, я по-другому должен жить. Люди говорят, я не такой, каким я должен быть. Люди говорят, и я невольно думаю про кляп. Люди говорят. Люди говорят. Люди говорят, я по-другому должен жить. Люди говорят, я не такой, каким я должен быть. Люди говорят, и я невольно думаю про кляп. Люди говорят, так много говорят. Мне просто нравится писать слова в блокноте. Клепать эти биты, ни разу не в курсах за ноты. Тьфу ты, ну ты, давай без копоти, народ. Это не опера, а рэперы раскрыли рот. И им просто нужен бит, детали не ебёт. В голове кипит, корбит, выбежит час через борт. И так уже не первый год, завязывать нетушки. Лучше включите вытяжку, я буду сейчас писать стишки. Таракашки в голове мне помогают в этом. Они своим организованным отрядом из недр хаоса и бреда. Это как со стогом и иголкой выкапывают то, о чем я и не ведал. И раскладывают это по полкам, укомплектовано битком. А потом слушатели ссутся кипятком. Вот мой способ зарифмовок вкратце. Люди говорят, это шиза, нет, это адаптация. Не важно, что люди болтают, не важно, что вы голова. Если они тебя напрягают, можно послать их на. Люди говорят, я по-другому должен жить. Люди говорят, я не такой, каким я должен быть. Люди говорят, и я невольно думаю про кляп. Люди говорят. Люди говорят. Люди говорят, я по-другому должен жить. Люди говорят, я не такой, каким я должен быть. Люди говорят, и я невольно думаю про кляп. Люди говорят, так много говорят. Говорят.